Кстати, у меня волосы уже настолько выросли, что я могу спокойно даже заплетать косичку, заделывать низкие пучки. И для такой жаркой погоды это просто спасение. Каждое утро я стараюсь уделить несколько минут растяжке, пробежке или, например, сделать тренировку на пресс. В общем, выполнить любую физическую активность, которая зарядит мое тело на предстоящий день и поднимет настроение. Кстати, если вы не видели мое видео с двухнедельным экспериментом на пресс, то я оставлю для вас ссылку в описании. Уборка является важной частью моего дня. Я стараюсь каждый день по чуть-чуть прибирать пространство вокруг себя. И выходной день не является исключением. Ведь именно чистое пространство без охламления напрямую влияет на мыслительные процессы, на чистоту взгляда и на общее настроение. И да, уборка для меня это некая медитация, то, что в конечном итоге дает мне спокойствие на душе. Ну и свежий воздух это как отдельный пункт в уюте и гармонии дома. Вот так выглядит мой макияж на лето, на жаркую погоду. Больше я наносить просто не могу. Недавно, кстати, я выпускала видео с этим макияжем, поэтому я оставлю ссылку в описании. Ну и вот здесь она где-то выскочит. Кстати, у нас настолько тепло, что пока я красилась, мои волосы успели практически полностью высохнуть. Я решила, кстати, не укладывать волосы, а просто нанести масло. У меня вот такое вот Oil Reflection. Вэлла. Я уже показывала его пару раз. Оно безумно вкусно пахнет. Если вы думаете, какое такое базовое масло взять на любое время года, которое придаст блеск волосам, защитит их и очень вкусный аромат, поверьте, он пахнет как духи. Я когда его наношу, у меня Лёша постоянно говорит, как вкусно пахнет. Кстати, вот эта вот очень классная хлопковая рубашка, я ее покупала в магазине H&M со скидкой всего 1000 рублей или даже меньше. Я ее просто ношу каждый день, она мне очень нравится. На лето это самое то, кто не хочет ходить, например, с голыми плечами, да, с топиком таким, ну, то есть для кого-то это в городе слишком откровенно, например, для меня. Я ношу рубашки и в то же время не жарко. Ладно, я побежала, а то меня уже ждет Лёша. Смотрите, какая идеальная капля из хот-дога с кетчупом и горчицей. Уже жуешь что-то? Уже жуешь? Взяли попробовать Сан-Пеллегрино. Я уже его в целом пробовала, но не пробовала вот этот вот с лимоном и малиной. Мне кажется, в жару этот вкус очень классно подходит. Еще я заметила, что очень прикольно брать вот такие помидорки маленькие на пикники, потому что их вот так помыл, и очень вкусно, ой, очень удобно их кушать. Потому что очень они не пачкают, вкусы, да. И очень вкусно. Надо попробовать. Кстати, нормально по вкусу. Мне кажется, что здесь меньше сахара и каких-то химических добавок. Хочешь попробовать? Давай. Не советую. Пожалуй, лето – это мое самое любимое время года.
Ведь каждый раз оно такое ожидаемое, и каждый раз ты пытаешься успеть провести его ярко. Но даже если оно будет состоять из простых моментов, оно все равно может стать самым лучшим в твоей жизни. Я обычно покупаю много свежей зелени, вот так ее нарезаю и замораживаю. Очень удобно использовать для тушения овощей, для яичницы и так далее. Еще я решила добавить несколько капель вот такого сиропа агавы. Вообще я обычно добавляю его в кофе, но тут решила попробовать, потому что просто с лимоном как-то кисленько, а с этим, возможно, будет более сладко и интересненько. Стой, вместе. Завтра возьмешь на работу, понятно?